Итоги президентских выборов подвели в Старомосковье. В день голосования в округе работало 140 участков. Явки избирателей составила 63,13%. За подготовку, организацию и проведение выборов лучшие председатели и члены избирательных комиссий, правоохранители, спасатели, коммунальщики, связисты были отмечены почетными грамотами и благодарностями. Награды получили около 100 человек. На территории Белгородской области у нас приняло участие в выборах 73%, 24%, что позволило нам стать вторым в Центральном федеральном округе и, соответственно, 23-м в Российской Федерации. Немаловажную роль в этом сыграл именно Старомосковский городской округ. И отрадно отметить то, что именно в избирательную комиссию Белгородской области, в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не поступило ни одной обоснованной жалобы на действия либо бездействия избирательных комиссий. Церемония награждения завершилась праздничным концертом творческих коллективов Центра культуры и искусств.